Мы на месте. Хорошо, мы приветствуем Юлю. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Убери, пожалуйста, голограмм. Я даю команду на счет 3. Сканер отключает голограмму. Полностью все чипы, датчики, сопутствующие, отключаются. Все это выводится из всех семи тонких тел Юлии и зависает перед ней. 1, 2, 3. Сканер сканирует, вытаскивает эту голограмму, отключает. Голограмма выходит. Готово. Отправляю голограмму в клетку-тюрьму. Приветствуем Юлю, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанс. Она доверит, да. Отлично. Хорошо. Я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Юлии, под ногами. 1, 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Юлии, находит все. У нее вес, инкуб, лизард. Гуманоид. А как же? И спрут. В принципе, места уже больше нет. Чья голограмма? Гуманоида. Понятно. Хорошо. Все знают, где они находятся. Я даю команду тонкой копии Юлии спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную, патогенную, низковибрационную энергию в ее биополе. 1, 2, 3. Каналы выстроились в сущности. Каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслей форм. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Юлии. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней, все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Конструкция находится в клетке, Вера? Голограмма в клетке. Голограмма, отлично. Выстраиваю прямой канал от Юли к голограмме. 1, 2, 3. И реверсом отдаю всю низковибрационную, чужеродную, патогенную энергию, которую Юлия получила от этой голограммы. Пошла вся энергия назад мощнейшим потоком до 100%. Внушение. Внушение? Да, через голограмму. Понятно. Итак, гуманоид-паразит, откуда ты пришел? С Ориона. Ориона. Кто, как долго ты находился в этом биополе? 7 лет. На каком основании ты внушал ей? И что ты ей внушал? Мне вот это интересно. У тебя есть какой-то контракт с ней, какой-то договор на то, чтобы ты находился в этом биополе? Устный договор. Устный договор. Обращаясь к Юле. Юля, у вас есть устный договор с гуманоидом. Он утверждает, что вы договорились с ним о чем-то, позволив ему войти в ваши биополя и делать то, что он делал. Это моя ошибка, принимала его за светлые силы. Хорошо, давайте уточним, как он предстал перед вами. Он предстал перед вами в виде гуманоида. В виде света. В виде света. Гуманоид, тебе света в жизни не хватает? Но вообще-то свет – это энергия. Ага. Любая энергия имеет свою цену. А что ты ей дал, исходя из этой логики? То, что она... взял. А что ты дал? Полезного ничего. Хорошо, а я тебе дам сегодня полезное. В моих руках появляется живая плазма. 1, 2, 3. Вот это я намерен тебе сегодня частичку этого передать. На добрые воспоминания за эти 7 лет вреда, который ты нанес Юлии без ее согласия. Он сканирует плазму и как считывает ее. Пусть считает. Он понимает, что она опасна для него. Хорошо, значит, сканер у тебя работает. Плазма входит в меня. Как у нас с реверсом, Верочка? Посмотри, пожалуйста. Реверс закончился. У нее как оковы на руках и на ногах. Оковы? Да, растягивает ее. Без твоей работы? Да. Хорошо. Так, установили фильтры золотой сеточкой на все каналы. 1, 2, 3. И я даю команду. Разрезайте оковы на руках и на ногах. 1, 2, 3. Идут в соседнюю клетку. Готово.
Хорошо, и в порядке реверса Юлия забирает всю чистую и светлую божественную энергию обратно. Пошла энергия божественная и чистая. Все, что они похитили, все, что они изъяли, до последней капли, до последнего микрона возвращает Юлия себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает всю свою себе обратно. Много идет, Вера, посмотри. Грязь возвращает. Все родные энергии, которые Юлии принадлежат по праву, мощным потоком на четрин возвращается Юлии назад. Один, два, три. Пошел реверс. Ее чувство возвращается. Радость, смех, счастье. Из голограммы, да? Да. Отлично, хорошо. Встречи какие-то. Там как картинки, записанные в этой голограмме. Он воровал ее жизнь и воспоминания. Ну что ж, любая игра когда-нибудь заканчивается. И любое преступление когда-нибудь обнаруживается. Спрут, сколько ты находился в этом биополе? 8 месяцев. 8 месяцев. Лизард, сколько ты находился? 4 года. Сердечная чакра? Да. Инкуб, как долго ты находился? 2 года. И бес, как долго ты находился со своими оковами? 4 года. Значит, ты привел инкуба, да? Сам пришел. Да ладно, без твоего разрешения? Ты не договариваешь, по-моему. Что тебя вообще притягивало 4 года сидеть в биополе человека? На что ты зашел? Перепады настроения. А, перепады настроения. Но если я смотрю на гуманоида, который 7 лет сидел, не было ли это причиной перепада настроения? Это был лизард с настроением, потому что гуманоид... Лизард. Он ее делал зомби, вытягивая из нее все чувства вообще. Вот это да. Вот это Ривер да. Ривер закончился. Хорошо. Так, начинаем со спрута. Спрут, выходи. Таскай все, что ты оставил, ничего не забывай. Возвращайся в клетку, докладывай о готовности проверки. Проверка у нас будет 3 миллионами герц. Если кто-то что-то забудет или оставит, он очень серьезно пожалеет. Спрут на голове присосками. Что это было? Сдавливание, давление, глаза? Каша. Каша. Понятно, каша в голове. Присоски на лбу, затылок, виски. Снимает плечи, шея. Готов. Хорошо. Так, поехали дальше. Гуманоид, что-нибудь осталось на твоей чистоте? Посмотри. Нет, не осталось. Хорошо, Лизард. Изменитель настроения. Я не понимаю вообще твою цивилизацию. Ты действительно паразитарная какая-то цивилизация. У вас вообще какое-то развитие идет, Лизард? Кроме как гадить людям, делать больно. Идет своим ходом. Своим ходом. Понятно. Выходи, вытаскивай все, что ты оставил в биополе. Всю жидкость отсасывай, чтобы твоих следов там не было. Иначе сгоришь по каналу. Приступай. Да, он достал. Хорошо. Инкуб, выходи. Отключайся, вытаскивай все, что ты оставил. Приступай. Снял. Хорошо, бес, выходи, вытаскивай все, что ты еще оставил в биополе. Готово. Хорошо, скажи мне, есть лярвы в биополе, Юлия, и где они находятся? Низ живота. Низ живота. А кто у нас там инкуб сидел, да? Понятно, хорошо, хочешь их забрать? Хочет, это не только инкуб, у нее негатив там скапливался. А, стекал там туда негатив. Там и в ногах. В ногах он собирал. Угу. То есть она скидывать не умеет, и, соответственно, весь этот негатив у нее собирался именно в этом месте, правильно? Да. Хорошо, без разрешайте забрать лярвы, приступай. Готово. Эмоциональный фантом хочешь? Хочет. Назови мне тогда основные какие моменты, если стоит обратить внимание, на что эти все эмоции. Вернее, какая самая основная причина, из чего все исходит? Он не знает, потому что когда он зашел, там уже были интерференты. А, то есть он не может отличить, где настоящий, где ее, где не да. ее, да? Она как расшатанная, он показывает. Хорошо, ничего страшного. Мы сегодня рассчитаем того, кто это устроил. Выходит эмоциональный фантом Юлии, проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы, а также все низкие вибрационные эмоциональные энергии. Она проецируется на ее эмоциональном фантоме. Прилично будет. У нее сразу жар сматывается, и там какие-то поступки ее, которые она делает, а потом думает, зачем. А, вот как. Хорошо. Вот это все здесь сейчас. Готово. Хорошо. Юлия, посмотрите на этот шар. Это вся энергия, которую вы сами сделали. Вы готовы с ним расстаться? Она говорит, я устала от этого, готова. Хорошо. И этот шар без забираешь?
Убираю. Отправляй бесу. Да, готов. Хорошо, поехали дальше. Итак, у нас все забрали, включая внутренний белый свет Юли 1, 2, 3. Внутренним белым светом нам выдавливает из себя все негативные и патогенные остаточные энергии на частотах интерферентов 1, 2, 3. Пошел свет, свет выдавливает эти энергии. Они выходят и формируются перед ней в шар. Очень маленький шар. Все вытащили. Открывается под шаром портал галактическое ядро. Шар уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Я даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Хорошо. Спрашиваю всех присутствующих, кто присутствует в ее доме. Где она живет? Из вас? Спрут присутствует. Спрут. Понятно. Хорошо. Бес присутствует. И бес присутствует. Еще кто? Все. Хорошо, бес. Я сейчас открою портал тебе в квартиру вместе со спрутом. Два отдельных портала. Вы пойдете в квартиру, соберете за это время все, что вы оставили. Чуть позже мы придем, я проверю и отпущу каждого на свою чистоту. Бес, ты один там еще в квартире или кто-то еще есть? Один. Один. Хорошо, но я просто намерен собирать негатив там, поэтому хотел уточнить, кому его отдавать. Мне, конечно. Хорошо, значит, покажешь мне все порталы, которые там находятся, и расскажешь об особенностях этой квартиры. Хорошо, я даю команду, на счет 3 открывается два портала в квартиру Юли, 1, 2, 3. В один уходит бес, во второй портал уходит спрут. Закрывая, печатая, растворяя оба портала. Спрут в ванной, там портал на потолке. Ну, там, где вода, он всегда там шоркается. Поехали. Все, у нас никого... А, у нас гуманоид остался. Это подожди, мы еще никого не отпускали. Эти двое только ушли. Хорошо. Лизард. Первое и последнее предупреждение. Если я тебя замечу в биороботе, человека, в биопуле, ты никуда больше не уйдешь. Все это тебе понятно? Понятно. Готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте Лизарда. 1, 2, 3. И Лизард уходит на свою частоту. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Инкуб готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте инкуба. Инкуб уходит на свою частоту. Закрывая, печатаю, растворяй. Есть. У нас там оковы еще беса остались. Под оковами открывая портал в галактическое ядро, они уходят на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Готов. Хорошо, и так гуманоид. Возвращаемся к нашему разговору. Два варианта у тебя я могу предложить. Или ты берешь за то, что ты сделал живую энергию плазмы, и таким образом получаешь свою ответственность, или ты добровольно просишься, чтобы я тебя сдал в межгалактическую полицию для твоего перевоспитания. Как социального элемента, паразитирующего в межгалактическом пространстве. Какой твой выбор? Он говорит, что плазма для него смертельна, от полиции еще можно улизнуть. Хорошо. Полиция. Хорошо. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. На связи. Я приветствую тебя. У меня здесь желающие почему-то с вами пообщаться. С голограммой пришел Орион, 7 лет. Долгожитель раз желает, заберем. И он говорит, что еще можно от вас улизнуть. Я думаю, ненадолго ему это удалось. Добро пожаловать в межгалактическую полицию. Видишь, гуманоид, как тебя встречают, с какими почестями. Мы голограмму убираем, да? Скинуть, да. Хорошо, под голограммой. Не забрали его. Хорошо, благодарю. Открывая под голограммой портал в галактическое ядро, голограмма уходит на переработку. Закрывая, печатывая, растворяя. Готово. Видишь, все хотят кли, с нами не хотят общаться. Хорошо, Юлия, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? По-новому чувствую очень легко. И еще эти вибрации, они мне приятны, они как пружины. Так и есть. Новые энергии. Это ваши родные энергии, вам надо этими энергиями заправляться. Как заправляться, мы вам только что показали. Кроме того, вам надо будет сбрасывать каждый день негатив, так как вы в него накапливаете и в животе, и в ногах, а это притягивает в свою очередь сущности. Как выдавливать негатив, мы вам показали в виде шара.
Когда шар выдавливаете со всеми негативными энергиями и визуализируете это все. А потом открываете портал в галактическое ядро, сбрасываете этот шар туда, визуализируете, что он туда ушел, и закрываете портал. Все. Вот так это легко. Хорошо, Юлия. Будем сейчас возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа. Развивайтесь дальше. Держите высокими энергиями, чистыми вибрациями. Будем. После этого мы перейдем к вашему сыну и квартире. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Юлии в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и поднимайся в свою комнату диагностики. Пошел, пойдем. Я здесь.